Рядом с домом номер 7 на улице Советской Армии находится участок дороги, который усеян выбоинами и колдобинами. Полотна асфальта нет совсем, а глубина ям превышает 20 сантиметров. По словам местных автовладельцев, дорогу не ремонтировали более 10 лет, и ездить по ней практически невозможно. Я там не езжу, не стараюсь, стараюсь не ездить. Ее только подсыпали один раз, лет 5 назад, и все. По словам местных жителей, дороги на ближайших улицах частично отремонтировали, что позволило без труда машинам подъезжать к подъездам домов. Возле дома номер 7 на улице Советской Армии дорога находится в ужасном состоянии. И когда начнутся работы по ее восстановлению, остается только гадать. Тут ее никто не ремонтирует. Вот около общежития тут сделали, а тут ничего не делают. Как ямы есть, так они и есть. Тут никому ничего не надо. Дорога представляет собой одну большую проблему не только для автовладельцев, но и для пешеходов. Пройти на данном участке улицы можно только по проезжей части, так как тротуара нет. После проливных дождей на дороге образуются огромные лужи, и это для местных жителей становится серьезной проблемой. У нас вроде еще делают что-то вдоль девятиэтажки, а здесь ям на яме, все разбито. По словам местных жителей, ремонтом дороги должна заниматься управляющая компания «Жилищно-коммунальная организация номер 17». Сотрудники редакции нашего телеканала неоднократно звонили в управляющую компанию, обслуживающую дорогу возле дома номер 7 на улице Советской Армии, но им никто не ответил. Местные жители также обращались в нее относительно ремонта дороги, но пока все безрезультатно. Они рассчитывают, что в ближайшее время их просьбы все-таки будут услышаны и ситуация в корне изменится. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».